Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Макс. И сегодня мы поедем по карте Стародорожск. По второму, значит, маршруту. И поедем мы на системе из КТМ-19, 0.17 и 0.19. Собственно, чтобы не быть голословным, вот вам, пожалуйста. Правда, нас уже подгоняет другой трамвай. Не буду медлить. Поехали. Хочу сегодня покататься вот так вот от упрощенного управления. Благо карта это позволяет. Я сегодня хочу полюбоваться. Маршрут у нас сегодня путь длинный. Не знаю даже, обратно поеду ли я в депо, потому что просто по маршруту прокатиться это будет, наверное, достаточно. Так, 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 так. Да, там уже у нас подгоняют. Подгоняет трамвай. Двойка еще одна. И мы остановились. Необходимо остановиться на 10 станциях на пассажирском поезде. Местный перевозчик. Спасибо, местный перевозчик. Так, сейчас, подождите. Звуки, звуки, звуки. Ладно. Поехали. Ох ты ж как рванул-то, блин. Я же даже не ожидал. Это ж КТМ, блин. В трензе КТМ это просто комната смерти. Поехали до следующей остановки. Он рвет у нас, будь здоров. Да, сегодня я еду от упрощенки. Потому что на единице я, собственно, пока что ездить не хочу. Может быть, даже я и выполню сессию. Кто же его знает? Пока у нас 22 пассажиров. Теперь уже 40, друзья. Трамваем пользуются и будут пользоваться. Правда, не понимаю, это что, баг какой-то? То, что трамвай открывает только первую дверь. Или я просто так криво-косо останавливаюсь. Поехали дальше. Скорость нашего трамвая составляет 31 километр в час. Извиняюсь. Громко немножко, но я постараюсь говорить погромче. Так. Тут у нас начинается такая холмистая более-менее местность. О, а сейчас нормально двери открыли. Значит, карту, ссылочку на карту со всеми зависимостями я оставлю ссылочку в описании. То есть скачать карту. На вагон ссылочку оставлять не буду, он там идет вместе с картой. Также там идут электробусы. Кстати, тут есть тоже электробусы. Когда заедем в центр, не знаю, увидим, нет. Я честно не знаю, двойка так идет, то что мы можем и не увидеть. Так, ну я поеду так, чтобы второй вагончик было видно. Кстати, тут можно топить прям в пол газок.
да, тут можно втапливать прям жестко, и тут поворотик. Поворотик, мы зашли плавненько, да. Знаете, вот я не хочу кататься на каких-то, знаете, мажорских вагонах, типа УЗМТ. Хотя, может быть, я УЗМТ на карту добавлю, то чтобы, типа, разнообразие тут еще больше было. Тут у нас встречает еще одна двойка. Надеюсь, та нас не догнала. Мы закрываем двери и трогаемся дальше. Почему так быстро трогаемся? Потому что маршрут очень длинный. Сейчас бы газку в пол поддать, чтобы... Чтобы мы приехали быстрее на конечный пункт маршрута. Как реализовано... СМЕ, пакет СМЕ. Не очень хорошо, если честно. Ну, ладно, шутка. Реализован он тут нормально. То есть тут все соединения есть. Едем мы со скоростью 40 километров в час. И у нас уже 64 пассажира. Но это не так много, потому что у нас система, не забывайте. А, вот это у меня косяк. Куидики не исправил. Сори. Ой, я... Хотя, смотрите, почти наш трамвай вместился. Нормально, так, 97 пассажиров. Ох ты ж. Ё-моё, друзья. 97 пассажиров, у нас уже почти все места заняты. Если не все. Так, старт даем. Ну да, видите, тут такое вот немножечко сцепление неправильное. О, как подкинуло-то наш вагончик. В общем... Я немножечко пересмотрел на поездки из кабины. Лучше... Когда на трамваях катаюсь, да, лучше вот так вот смотреть, любоваться картой. А скоро же Верстовск будет. Тоже обязательно покатаюсь. Главное, чтобы вот такого вот у меня не было. Слыхал, тут, значит... не знаю, это, видимо, как я воспринял, но, по-моему, ОЗМТ и Рустрам, ныне Trains Workshop, соревнуются, у кого круче VT7. Ну, не знаю, потому что Trains Workshop уже почти его доделывали. Доделали, извиняюсь. А ОЗМТ только начало. Вот. Не знаю, за кого болеть. Но когда кто первый выпустит этот Витязь, на том мы первее, собственно, и поедем. Так, мы едем по дороге. Я так понимаю, связывающую как раз Климово и Веснянку. Тьфу ты, господи, Стародорожск. Все перепутал. Все до единого. В общем, смотрите, если все серии по Трейнзу набирают где-то 40, давайте, лайков, то я вам покажу ту сессию. Ту сессию. Которую... В которой я немножечко там все для электробусов подделал. И чтобы мы могли там покататься. Вот.
А пока что смотрите, какая длинная прямая. У нас тут мало FPS. Вот так ж, блин. Маршрут действительно очень длинный. Кстати, я забыл сказать то, что Климова... О, как выкатила эта двойка нам навстречу красиво. Город Климова — это поселок городского типа, город-спутник Стародорожска. То есть он изначально не был Стародорожском-то. То есть он был... такой без Климова, а Климова была эта карта разработчика Спектра. Такая одинокая, да, карта. Может, потом скачаю, сравним с этим Климовым, Стародорожским. Поехали на следующую остановку. Тут у нас 22 километра в час. Можно, в принципе, прибавить. Только, пожалуйста, не пишите гневные комменты про то, что я езжу в упрощенке, там, типа, езди в машинисте, у меня это... не очень-то и хорошо получается. Там какие-то звуки тупые, типа... В общем, много на то причин, чтобы поехать в управление. Потому что в упрощенке... О, это что? Это радиация? А, это не... Вот так вот. А в упрощенке тут звуки нормальные. Это во-первых. Во-вторых, так можно на карту хоть поглядеть. А мне нравится глядеть на карту. У нас уже 84. Было, по-моему, что-то около 90, да? 96-97. Точно не помню, надо будет на записи посмотреть. Навстречу нам выкатывает 77, по-моему, 30-10. Точно не помню. Вот это вот что за здание? Что я не понимаю? Так. Так. Притормаживаем. Не нравится у этого вагона. Вот совсем не нравится то, что у него торможение такое мгновенное. Еще не знаю, буду ли я снимать Усть-Аленск 2. Нет, наверное, потому что... А потому что его уже много снял кто. А Стародорожского, ты знаю только Олега Фактора. А так... Ну и я еще снимаю. Начал тут снимать, видеоснимака, блин. Так, мы сейчас начинаем разгоняться, и там... Там у нас что ли перекресток или что? Там, видимо, боты затупили. Пацаны там, видимо, затупили боты. А, это какой-то сошедший трамвай с рельс. Не знаю, что и откуда он тут. Авария, пацаны, тут авария. Так, подождите. Подождите, пожалуйста. Да я не могу. Я не могу, блин. Что это, блин, такое? Что? Составы.
0,38, 71, 619. Так, подождите. Он не пропал. Удивительно. Ладно, сквозь него проедем. Я думаю, ничего страшного не произойдет. Преследование. Поехали. Ладно. Да, это, видимо, какой-то трамвай сошел с рельс. Но это точно не бот. И не я. Потому что боты тут не ездят. И у нас тут произошла трамвайная пробка. Сейчас эта единица уедет. Тройка проедет. Вот. Вот. Что я вам говорил об электробусах? Я потом покажу. Потом покажу, ладно. Здесь сейчас нам загорится зеленый сигнал светофора. А то не хотелось бы. Так. Ой, куда я? Проезжаем сквозь сломанный трамвай. Где ты такое увидишь? Только в трензе. Нигде ты такого больше контента не увидишь. Так, вот у нас электробус тут, собственно, выезжает. Ну, а мы едем на красивом КТМ-19. КТ, прошу заметить. Ой, как тут шумно. Пипец. Ладно, друзья. На этом давайте все. Я сошел с рельс. До свидания. Всем пока.